Всем йоу, чуваки, с вами я, Панда FX, и вот настал тот момент, когда я сыграю свою первую игру за команду Германа. Really, nigga? Ну и так как в реальной жизни пока что не очень с этим складывается, буду я играть в FIFA 18. Да, чуваки, сегодня стартует у нас на канале карьера за ФК Амкал. Чтоб не спиздеть, на создание клуба я потратил около 5 часов. У каждого чувака спрашивал его предпочтение к номеру, там рост, вес, внешние данные. На позиции не обращайте внимания, потому что там по умолчанию есть только ПП, ЦОП, ЦАП, ФРВ. Ну, в общем, нельзя делать ПФА или ЦФД или ЦП просто. Я не знаю, с чем это связано. Почему нет того или иного фифера? Ну, потому что как бы тут в основу и так мест не хватило. Я сделал плюс-минус тех чуваков, с которыми я хорошо общаюсь. По поводу рейтингов. Я дал плюс-минус одинаковые статы всем пацанам. Более крутым челикам я дал более высокий рейтинг. Допустим, Гуркину там подкрутил немного штрафные. Вратарю дал чуть побольше рейтинг, чтобы он там поменьше пропускал. И все в этом стиле. Ну, как вы понимаете, прототипом ФК Амкал послужил Амкар. Поэтому берем именно этот клуб и, собственно, выбираем тренера. Я сначала хотел сделать тренером Германа, но он написал, что он дальше планирует играть, поэтому я исключил эту идею. Ну и, чуваки, давайте познакомимся с нашим тренером. Серьезное лицо, стильный костюмчик, и это у нас 1xbet, 1xbetovich. И назван наш тренер в честь самой лучшей букмекерской конторы. Высокие коэффициенты, быстрые выплаты, множество выборов дисциплин, и это все сайт 1xbet. Также не забывайте про YouTube-канал 1xbet, где вы можете найти множество крутых видеороликов. Также будет ссылочка в описании. Сразу предупрежу, что рубрика будет жить и выходить на регулярной основе, если вы будете поддерживать ее лайкусиками. 30 тысяч лайков, и следующий выпуск выйдет в самое ближайшее время. Надеюсь, с этим и разобрались. Поздравляем 1xbet, 1xbetovich. Амкар получает приглашение на предсезонный товарищеский турнир. Хули нет. Итак, пацаны, основной состав нашей команды выглядит вот таким вот образом. Наша скамейка запасных. Миллер, Кефир, Форза Резор, Финита, Женя Тудрос, Акул, Мосс, Никита Тудрос и Фломастеров. Сразу скажу, что к фотографиям я не имею никакого отношения. Когда я создавал игроков, игроки сами автоматически получали фотки. Не знаю, с чем это связано. Я думаю, что стоит начать сразу с хорошей тренировочки. Итак, ребята, наш первый товарищеский матч. Будем играть против команды Спал. А я вот сегодня, например, не спал. Так, давайте не начинать с провала в защите. Тихо, хорошо, Женек тащит. Так, Гудмакс, убивай, хорошо, молодец. Ставр, дальше на Гуркина. Гуркин, крути. Блин. Так, Джефф Бабатумба, бля, сверху он прям очень похож. Дальше на Пандоса, Пандос. Пандос на Германа или Классику, Герман. Блять. Ну ебаный рот, ну Гер, как ты не забил? Камон, 16-я минута, такой момент. 1xbet, 1xbetovich тоже в ахуе полнейшем. Эль Классику на Ставра, Ставр на Пандоса. Пандос, о боже, Пандос. Я вот сейчас прям как в реальной жизни сыграл. Эль Классику, хорошо. Хорошо, на дриблинге, хуярь. Пацаны фиферы, которые будут смотреть этот видеоролик, если у вас есть какие-то предпочтения к бутсам по цветам, то напишите мне, я вам сменю. Пандос. Ну, пацаны, первый гол за команду Амкал забиваю именно я. У меня статы не подкручены, играю я не только на себя. Но это чтобы вы не говорили, что я специально только за себя играю. Просто вот так уж получилось, что мяч отскочил ко мне, и я в девятину забиваю. 1-0, 30-я минута, бам. Рома Рой, голевая передача. Так, кто там забегает? Кто-то забегает. Ставр. Ставр, Костя. Ну, Костя, блядь. Не-не-не, Бабатумба, не пропускай. Блядь, ну как так-то, а? Ну, практически в ответной же атаке пропускаем. Бабатумба немножко обосрался, и Женек ничего не смог поделать. Хотя тут не его вина, я считаю, тут такой сильный удар был, что хер кто бы спас. Играем дальше, пацаны. 1-1. Никто не говорил, что будет легко, тем более играем на мировом классе. Я не хочу два гола с двух атак, не чай, просто лучший, блядь. Лучший боец этой вселенной. Так, 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 тихо, 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 тихо. Фух, спокойно, пацаны, давайте более уверенно играть. Итак, пацаны, у нас тройная замена в команде. Уходит PandaFX, Рома Рой и Ставр. Приходит в команду Кефир, Миллер и Форза Резор. Я поменял схему, теперь будем играть по схеме 4-3-3. Гуркин, у него очень крутые лонгшоты, я ему максимально их подкрутил, блин, и вот чуть не забил только что. Кстати, интересный факт, Гена Миллер единственный игрок в нашем составе, у которого есть 5 звезд скиллов. Не-не-не, пацаны, в защите не обсирайтесь, пожалуйста, не чай. Не чай, это был Кефир, нет.
Фух, Женек. Миллер тоже, кстати, сверху похож. Да тут, в принципе, все похожи. Опять же, я говорю, я старался над этим часов 5, поэтому все такие более-менее похожие стали. Герман, давай лонгшот. Да, слишком много лонгшотов в этой игре я пытаюсь сделать. Надо с этим завязывать, наверное. Пацаны, еще 4 замены. Женя Тудроц, Мос Фифа, Финита и Акул выходят на поле. Погнали. Гуркин. Давай, братан. Пас. И забивай, Кефир. Кефир. Блядь, с офсайда. Ёб твою мать, Серега, Серега. Так, Генч Миллер на Форза Резора. Форза Резора, у него очень крутая скорость. Я ему дал пейс 93. Именно примерно так, как он бегает, наверное, в реальной жизни. Все пролетают. Гуркин, да ёб твою мать. Голкипер. Как он это вытащил? Серега, подача. И головой. Так, Кефир, полетел, братан. Сколько у тебя звезд, я не знаю, не буду даже рисковать. Хорошо, Серега. Дальше. На Эль Классику. Эль Классику. Эль Классику. Хорошо, Герман, красавчик. 2-1, наконец-таки Гера забивает. Третья вроде как попытки, и мы выходим вперед. 81-я минута. Пацаны, давайте не проебем, пожалуйста. Мы должны начать этот сезон с победы. Нет. Перекладина, блядь, чуть автогола не было. Я не знаю, кто там переправил мяч в свои ворота. Но, блин, еще один угловой. Так, Женя, ты должен быть первым у мяча, хорош. Блядь, ребята, давайте не обосремся. Я не понимаю, как он здесь не забил. Пустые ворота. И нам просто повезло. Ну что, пацаны, счет 2-1. Первый товарищеский матч у нас выигран. Герман Эль Классика, спасибо тебе огромное. Затащил, блядь, смотри, как он похож, блядь. По оценкам лучший игрок матча Panda FX. Хоть он и отыграл один тайм. 9-0 оценка. Голевые передачи дал Кефир и Рома Рой. Их тоже стоит отметить. Итак, пацаны, второй товарищеский матч, и у нас тут небольшие изменения. Миллер будет стоять вместо Рома Роя, Женя и Никита Тудрос будут стоять в центре полузащиты, ну и также мистер Хэппи Голаки Денчик Фломастеров выйдет вместо Бабатумбы. Наш второй соперник в товарищеском матче — это какой-то Де Алавес, я даже не знаю такую команду, поэтому не будем заострять внимание. Так, фаворит, хорошо, Димка прочитал максимально круто. Пока что на самом деле какой-то скучный матч получается, практически вообще без моментов. Генчик Миллер. Гена Миллер хуярил лонгшот, блядь. Пандос, хуярь. Блядь, да голкипер ебаный, как он столько тащит. Так, Женек Тудроц, подача. На кого? На меня, блядь, и я не забиваю, голешник. Ой, блядь, ну рост у меня, конечно, максимально пиздючный. И прыжки херовые, но, блядь, все-таки мяч удалось выиграть, но не забил. Хорошо, Дима фаворит сейчас потолкался. Вы посмотрите, что творит этот гений. Так, Генчик Миллер, давай, покажи всем, на что ты способен. Оп, хорошо, Гена, подача и... Фломастеров, блядь, Фломастеров мог забить, блядь, с передачи Миллера. Ёб твою мать, какая красота сейчас была. Не, ну вратарь, очевидно, какой-то ёбаный читер. Так, пацаны, у мяча Герман Эль Классико. Я рискну и попробую пробить штрафной. Ху-ху-ху! Герман Эль Классику 1-0! Охренеть! Просто максимально крутые статы у штрафных подкручены у Гуркина, блять. У Германа вроде не так все круто, но смотрите, все равно забил. Давай. Ой, бля, кто это пролетел? Это Нищай, блядь, недопрыгивающая пидоросня. Почему я не удивлен, что это именно Нищай? Тихо. Опасненько было, но мы справились. Так, отлично. Генчик Миллер на Пандоса. Пандос, убежишь! Хорошо, 2-0, блядь, красавчик. Генчик дал великолепный пас, ну, мне оставалось всего лишь убежать и забить голешник. Так, надо обнять Генчика, давай, иди сюда. Да, я обним. Эй, я Генчика хотел обнять. Ну и также по классике делаем замены во втором тайме. Кефир, Рома Рой, Форза Резор, Гуркин и Ставр выходят на поле. Нифига себе, как они начали, блядь, и чуть не забили. Подача. Блядь, что за провал, где защитники? Женек, красавчик. Форза Резор, подача. Хорошая подача на Кефира, Кефир. Как-то он немножко не допрыгнул, так скажем. Гуркин, нужна подача, хорошая, великолепная подача, Кефир. Гол. Так, что это было? Это гол? Опять? У Кефира как в реальной жизни голкипер какую-то херню сделал, и он забил горежник. Костя, будешь забегать? Блять, офсайд, наверное, был Рома Рой. А нет, не было офсайда, окей. Так, Гуркин, на Форза Резора, Форза. Ты-то забьешь, братан, сегодня? Да! Форза тоже забивает 5-0. Я вот прям хотел, чтобы именно Форза забил. И он забивает. 73-я минута, 5-0. Голевая ферия от команды Амкал. Тихо. Кыш! Хорошо, Женька тоже проверили, стоит ли он на месте. А он стоит и тащит. Вынести нахер. Эй, Серега, нет! Хорошо, Женек, блин, в упор просто вытащил. Все, пацаны, матч заканчивается. 5-0, победа. Сейчас посмотрим, кто как сыграл и кто чем отличился. Сипскан обнимается со Ставром. Лучший игрок матча у нас Леха Гуркин, хотя он голы вроде не забивал. У него 3 ассиста. Привет, тренер. Вы вроде собирались поэкспериментировать с составом. Так я могу надеяться, что вы дадите мне шанс сыграть? Прощай, братан.
Увидимся где-нибудь в другом месте. Третий матч, пацаны, я решил просимулировать. И давайте посмотрим, как сыграет наша команда. Ага, фаворит получает желтую карточку. Panda FX и Гена Миллер, герой матча против Young Boys. Пока что, пацаны, список бомбардиров выглядит вот таким вот образом. Panda FX на первом месте, Герман и Классику, и у остальных по одному галешнику. Опять же, я скажу, что специально я сам на себя не играю. Ну, вот так вот получается. Следующий матч у нас будет против Базеля, и сыграю я уже его во втором выпуске. А на сегодня, пожалуй, я закончу. Если вам понравилась данная рубрика, опять же, поддержите лайкусиками, 30 тысяч лайков, и следующая серия выйдет в ближайшее время. Пишите в комментариях, как вам эта идея, мысль или реализация. Если есть какие-то свои предложения, идеи, также пишите в комментариях. Я очень надеюсь, что вы поддержите этот проект, и он будет выходить на регулярной основе. А с вами был я, PandaFX. Всем огромное спасибо за просмотр и всем хорошего настроения. Покедова!